Вот я тоже упала, может, это на обогрев как-то поставить. Здесь, кстати, интересно с киянкой-то.
Ничего, сейчас мы вас попросим все отключить, да, это нормально. Без телефона. Где там мышцы прям надо? Такие вот низкие стулья. Весь переинвест. Сегодня 8 декабря 2017 года в 11:00 акционерное общество агентства ипотечного жилищного кредитования проводит аукцион по продаже находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 15 285 квадратных метров, расположенного по адресу Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, Свердловский район, Академгородок. Кадастровый номер, последние цифры 583 для жилищного строительства. Аукцион проводит аукционная комиссия ОИЖК. Комиссия сформирована в количестве 7 человек. Присутствует 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. Регистрационный номер торгов А559-15/2017. Извещение о проведении аукциона опубликовано в Российской газете 7 ноября 2017 года. В течение периода приема заявок на участие в аукционе поступило 3 заявки. 6 декабря 2017 года комиссия рассмотрела заявки и прилагаемые к ним документы и приняла решение признать участниками аукциона. ООО «Сибирьинвест», физическое лицо гражданин Российской Федерации Артюхова Михаила Константиновича и ООО «СПМК
7. При этом в процессе регистрации обществу ограниченной ответственности «Сибирь Инвест» присвоен номер карточки участника 1. Поднимите, пожалуйста. Не имеется. Гражданину Российской Федерации Артюху Михаилу Константиновичу присвоен номер карточки 2. Приехал на аукцион его представитель. А обществу ограниченной ответственности СПМК 7 присвоен номер карточки 4. Тоже имеется. Хорошо. Участники аукциона, присутствующие в зале, во время проведения аукциона запрещается передвижение участников по залу, в том числе выход из зала и повторный вход в зал, переговоры между участниками, громкие разговоры в зале. У нас ведется аудио-видеозапись. Обращаю внимание, что сейчас идет трансляция на сайте АО и ЖК. Прошу отключить мобильные телефоны участников, соответственно, для удобства работы при проведении аукциона. Аукционистом назначена Соколова Елена Андреевна, которая расскажет вам о порядке подачи ценовых предложений. Просьба заслушать. Если имеются вопросы, их задать до подачи таких ценовых предложений. Во время подачи уже невозможно будет уточнить, разъяснить данный порядок. Елена Андреевна, слушаем вас. Здравствуйте. Еще раз я оглашу правила проведения аукциона. Аукцион начинается с соглашения мной предмета аукциона, начальной цены, шага аукциона, а также удара аукционного молотка. Каждая последующая цена заявляется участником аукциона путем увеличения начальной цены, а затем текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. Участники аукциона готовы приобрести земельный участок после оглашения мной начальной цены и каждой очередной цены заявляют об этом путем поднятия карточки до уровня плеча и выше. Участник аукциона, первый поднявший карточку, считается подавшим начальную цену предмета аукциона. Я назову номер карточки участника аукциона, который первый поднял карточку, а затем объявлю следующую цену в соответствии с шагом аукциона. В ходе аукциона вы можете одновременно с поднятием карточки заявить в голос свою цену, превышающую начальную цену и последующую цену на величину, кратную шагу аукциона. Обращаю внимание, что приветствуются предложения, которые составляют несколько шагов. Для вашего удобства шаги все предоставлены на экранах мониторов и у вас есть в раздаточных материалах. При отсутствии участников аукциона готовых приобрести участок по объявленной мной цене, я повторю эту цену 3 раза. Если после 3-кратного объявления очередной от цены ни один из участников аукциона не поднимет карточку, аукцион завершится ударом аукционного молотка со словом «продано». Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки который будет назван мной последним. По завершении аукциона я объявлю о продаже участка, назову цену и номер карточки победителя аукциона. Аукцион признается несостоявшимся, если после 3-кратного объявления начальной цены ни один из участников не заявит о намерении приобрести предмет аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в 2 экземплярах в день проведения аукциона аукционистам, членами комиссии и всеми участниками аукциона. 1 экземпляр протокола передается победителю, 2-й остается у организатора аукциона. При необходимости объявления перерыва можете поднять свою руку с просьбой сделать телефонный звонок. Зал можно покинуть только в сопровождении работника ИЖК. В данном случае я приостановлю торги со словами «Стоп торги» и возобновлю их с последней цены участника и номера карточки, подтвердившего данную цену. Каждый из участников имеет право на перерыв продолжительностью не более 5 минут, и перерывом может воспользоваться любой из участников одновременно. Споры, замечания по процедуре проведения будут решаться в ходе аукциона. По завершении торгов претензии не принимаются. У вас есть какие-либо вопросы по порядку проведения аукциона? Пишем. Переходим к проведению аукциона. Предметом аукциона является находящийся в федеральной собственности земельный участок площадью 15 285 квадратных метров, расположенный по адресу Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, Свердловский район, Академгородок, кадастровый номер 19583 для жилищного строительства. Начальная цена участка 39 миллионов 500 тысяч рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона 500 тысяч рублей. Переходим к торгам. Итак, начальная цена земельного участка 39 миллионов 500 тысяч рублей. Участник под номером 4 подтвердил начальную цену. Следующая цена 40 миллионов рублей. Участник под номером 1, спасибо.
40 500 000 рублей раз. Участники, вы можете делать свои предложения. 40 500 000 рублей два. Вы не стесняйтесь. Слишком интересно. После трикратного повторения цены, если никто из участников не подтверждает, мы завершим аукцион. Будут предложения еще? 40 500 000 рублей продано за 40 миллионов рублей участнику под номером 1. Спасибо. Победителем аукциона по продаже находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 15 285 квадратных метров, расположенного по адресу Российской Федерации, Иркутская область, город Иркутск, Свердловский район, Академгородок, кадастровый номер, последние цифры 583, для жилищного строительства, признан участник под номером 1 ООО «Сибирь Инвест», предложивший наибольшую цену за земельные участки в размере 40 миллионов рублей. Спасибо за участие в аукционе. Прошу оформить протокол результатов аукциона представителя победителя, а также представителя участников аукциона. Прошу не покидать зал до подписания протокола. Как только протокол будет готов, мы вам сообщим и предложим его подписать. Пока протокол оформляется, напоминаю, что протокол результатов аукциона является документом, который удостоверяет право победителя аукциона на заключение договора купли-продажи АО ИЖК в 10-дневный срок с даты составления протокола результатов аукциона, вручает или направляет победителю аукциона 3 экземпляра, подписанных со своей стороны проекта договора купли-продажи и 3 экземпляра проекта акта приема и передачи участков. Победитель аукциона предоставляет АО ИЖК, подписывая со своей стороны 3 экземпляра договора купли-продажи, подписывая со своей стороны 3 экземпляра проекта акта приема и передачи в срок не позднее 30 дней с даты направления проекта договора купли-продажи. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на сайте ОИЖК. Протокол результатов аукциона размещается на сайте ОИЖК в течение одного рабочего дня с даты его подписания. Оплата производится победителем аукциона в соответствии с договором купли-продажи. Передача также осуществляется в соответствии с договором купли-продажи, оформляется актом приема и передачи. Если победитель в течение 30 дней с даты направления проекта договора не подписал его, не представил в ОИЖК, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора, тратившим право на заключение договора, а также внесенный им задаток. АО ИЖК направляет участнику аукциона, после этого, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 3 экземпляра подписанных со своей стороны проекта договора купли-продажи, 3 экземпляра проекта акта приема и передачи участков с предложением заключить соответствующий договор, который в течение 30 дней с даты направления проекта договора и по цене предмета аукциона, предложенного победителем аукциона, обращая внимание. Сведения победителя аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи, направляются для рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных участников аукциона, предусмотренных пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса. Ждем подготовки протокола. Я тоже так руководство все время говорю, что огня невозможно создать, холодно очень в переговорке. Да. Я сейчас подошла к Константину, попросила им дышать. Подышите чайно.